Так вот, судье, в настоящем деле номер 2-12-53-2020 рассматривается жалоба на действия инспектора ДПС. В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, коим является суд, являющийся органом местного самоуправления, должностные лица, коим является судья, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. В судебном заседании по другому делу судом, вопреки принципу всестороннего рассмотрения дела, отклонялись все без исключения ходатайства заявителя о приобщении фотокопии документов, необходимых для правильного рассмотрения дела, что препятствовало истцу в доказывании тех или иных обстоятельств. Также в настоящем деле административным ответчиком привлекался инспектор Зинков, однако в определении о подготовке к настоящему делу судья поименовал ответчика старшим инспектором, что дает заявителю право предполагать, что между судьей и ответчиком имеется знакомство, поскольку судья достоверно осведомлен о должностных рангах ответчика, что в свою очередь ставит под сомнение наличие беспристрастности. Кроме того, согласно федеральным законам, расположение государственного флага должно быть справа по отношению к суду, что в свою очередь символизировало бы право судьи. Однако в своем кабинете судья расположил государственный флаг сзади себя, тем самым недвусмысленно намекая, что в данном кабинете не может идти и речи о праве судьи. Тем самым судья прямо демонстрирует и не скрывает свое отношение к закону. Соответственно, заявитель выражает недоверие судье, поскольку есть основания полагать, судья игнорирует закон и заинтересован в разрешении данного дела, считая, что все изложенные факты вызывают сомнения в независимости и беспристрастности судьи, судебной власти России в целом. Заявляю отвод судье Калядину от дальнейшего рассмотрения дела по жалобе на действия Зинкова.